Уважаемые коллеги, Петербургский онкологический форум, ставший уже традиционным, проводится в этом году в год 90-летия Института онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Приглашая на этот форум, хочу отметить, что 60 лет из этих 90 в решении проблем онкологии принимали посильное участие люди, которые специализируются на изучении эндокринологии злокачественных новообразований. Ключевые проблемы, которые будут обсуждаться на форуме и посвящены этому разделу онкологии, локализуются вокруг таких важных и социально значимых злокачественных новообразований, как рак молочной железы, тело матки, предстательной железы, щитовидной железы, а также ряда других злокачественных новообразований, включая нейроэндокринные опухоли. И те проблемы, которые будут подниматься, они имеют отношение к факторам риска и антириска злокачественных новообразований, к проблемам предсказания прогноза, а также к вопросам терапии. Причем, когда речь идет об эндокринологии применительно к терапии, то речь не идет только о чистой гормонотерапии, скажем, рака молочной железы или рака предстательной железы. Речь еще идет о том, что различные виды консервативной терапии, в частности химиотерапия, сама гормонотерапия, иммунотерапия и таргетная терапия, они характеризуются существенным влиянием на состояние эндокринной системы и на профиль гормонально-метаболических факторов. Поэтому представляется, что ваш приход на тот форум, на который мы вас приглашаем, он не будет для вас пустым, вы получите современные знания, и мы будем рады видеть вас на этом форуме и ожидаем вас на нем, чтобы нам всем вместе понять, на каком этапе сейчас находится современная онкология и ее важный раздел эндокринология злокачественных новообразований.